Приветствую вас, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня поиграем в игру, которая называется Get Even. Так, подпишитесь здесь, здесь и еще здесь. Я обязан сказать, что сейчас включен режим только чтения, но мы имеем право и будем вести записи. Однако, чтобы вы не увидели, это нельзя будет предъявить как доказательство в суде. Постойте, я до сих пор не уверен, что это правильно. Мне нужно ваше решение, у вас мало времени, еще немного и начнут разрушаться клетки. Хорошо, я готова. Ну что же, ребята, давайте приступать. Блэк, не приближайся к месту обмена. Девушка у нас. Вам ее не спасти. Не вмешивайтесь. Нормально. Спасти девушку. О, у меня есть ствол. Это хорошо. Куда тут идти-то надо? Так, вот, двери вижу. Эф. А, я вообще вышел на улицу. И куда здесь нам идти, ребята? Это дерево рухнувшееся. Ну-ка, дайте-ка я обратно вернусь. Может быть, здесь... Нет, сюда нам нельзя пройти. Это кто так дышит? Я, что ли? Помойка. Да что за звуки-то такие здесь, а? Так, нам сюда не пройти. Болото какое-то. Ага, может быть, вот в это здание нам надо. Используйте 2-3, чтобы выбрать оружие. Ага, у меня есть и пистолет, и винтовка. И пистолет, как я понял, с глушителем. Отлично. Ну что же, вроде бы как сюда. Звуки такие странные. Используйте, чтобы достать смартфон. Зеленые индикаторы на торце смартфона указывают, где находятся вещественные доказательства. Ага. Да что такое-то? Так, что у нас тут за меню? Так, это, я так понял, карта, на которой ни хрена не понятно, что тут вообще происходит. Да, двери что-то не открываются. Может, стул этот мешает тут, а? Не, вроде как закрыто. Ну-ка, что здесь? Ага, открыто. Ну что же, ребята, давайте пройдем, посмотрим, что тут у нас происходит вообще. Блять, закрыто все, а? А здесь тоже. Странно как-то, да? Это что такое? Какой-то летательный сломанный аппарат, что ли, был? Это здание разрушенное, я не понимаю, что здесь вообще сделаю. Что такое? Что за музыка заиграла? Лирическая. Блять, все двери закрыты, а? Посмотри. Ну а здесь-то хоть открыто. Что тут за дым? Сигарета. Значит, кто-то был здесь. Причем недавно, раз сигарета еще не потухла. Вывод у нас такой напрашивается. Вот так, прямо в рожу. Ну, кому теперь смешно? Лучше не шуметь. Я тоже так думаю, лучше не шуметь. Ликвидация F позволяет устранить врагов быстро и бесшумно, но только вблизи.
Ага, понятно. Черт, промазал. Тупая пушка. Давайте-ка его по шурику. Спираной. Так, а что это он тут делал вообще, а? Давайте глянем. Расстреливал какого-то чувачка. Ну что ж, боеприпасы нам всегда нужны. А почему не берет? Ага, видимо, у нас полный боекомплект. Ладно, давайте сюда рванем. Хрен, все закрыто. А нет. Все нормуль. Блин, все ниже и ниже. Как будто мы куда-то в подвал идем. Давайте-ка пушку заберем. Понятно, тоже не забирается. Ну, а здесь? Здесь можно пройти. Ага, здесь закрыто. Ясно, тогда нам ничего не остается, как идти туда в подвал. А что это у него тут подсвечивается? Ну, я так понимаю, это рация или телефон, который не берется. И гарнитура. Ясно. Ладно, ребят, давайте пойдем туда, посмотрим, что там нас ждет. Все как-то очень тихо. Тихо, тихо. Чувак, не знаю, она же совсем девчонка. Джаспер говорит, с ней ничего не случится. Просто делай все по плану. Кто это? Видимо, этажом выше. Карта показывает, на каких этажах находятся движущие объекты. Что это за звуки, а? Мне не нравятся они. Совсем не нравится. Что это там такое? Гремит. Знаете, такое впечатление, что за мной кто-то идет. Но нам с тобой за это платят, дружище. Куда-то мы идем, а? Куда только не пойму, блин. Все подсвечивается здесь почему-то прожекторами. Да, знаю, знаю. Мне нужно позвонить. Черт, да что за звуки-то такие, а? Стрёмные, блин. Что это за жанр игры? Хонор, что ли? Или боевик? Экшн. Так, точка сохранения. Что-то музыка усиливается. Опа-на, тихо. Опачки. Е, выгибает корнер ган вправо. Ну что ж, давай сделаем. Ага, неплохо. Черт. Все нормально. Мы его сделали. Я знаю, у тебя они бывают только по воскресеньям, но хоть раз своди их не только за гамбургерами. Алло, алло. Ага, это, видимо, ему жена звонила. Что-то мне как-то стрёмно, ребята. Опа, она, девчонка. Что за... Почему бомба сработала? Где, черт побери, Майк? По телефону, небось, болтает. Опять вовремя. Найди его. Лады. Опа, она идет ко мне, что ли? Кто это? Убить его? Да пошел ты! Шикарно, давай следующего. Нормуль. Не подходи ко мне, не подходи. Stay away from me. Stay away. Эй, тс, все хорошо, я друг, я помогу тебе. Она включена, о боже, она сейчас взорвется, помоги мне. Я знаю, что тебе страшно, но сейчас надо вести себя тихо. Справишься, и я вытащу тебя отсюда. Кот, а какой код? Я откуда знаю, какой код, ребята, а? Я слышал код 3001, я уверена, пожалуйста, пожалуйста. Так, 3. 3, блин, где там 0 этот? Ёп твою, на секунду. Охереть, ребята. И что, все заново теперь?
Блейк, я друг. Я помогу тебе. Веди себя тихо. Или так и должно было быть, ребят, я что-то не понял, а? Да, не игра, а сплошная загадка какая-то. Это только начало. Нет, смотрите-ка, все нормально. Голова трещит. Помню бомбу, девушку. Но этого места не помню. Что за херня тут творится? Жду в корпусе Б, как и договаривались. Ред. Ред, ладно, значит я пойду в корпус Б. Нормально, ты пойдешь. Знать бы, где этот корпус еще, а? Давайте посмотрим. Так, это у нас, я так понимаю... Ага, подсвечивается, ладно. Тепловизор. Карта. Ага, вижу, вижу отметину, ребята. Нет, ни хрена, это какая-то статуя. Непонятная. Ну-ка, а, нет, ребят, здесь, по-моему, не пройдем. Здесь корпус А. Так оно и есть. А нам нужно встретиться в корпусе Б. Наверное, вот он. Побежали. Тихо. Че это? Че это, трупец? Че-то валяется-то, не пойму я. Где у меня тут подсветка, а? Ну-ка. А, нет, ребята, это какой-то протез. Протез лежит. Что это вообще за здание такое, а? Больница, что ли, какая-то, или... Или я даже не знаю, что это. Черт. Черт. Я что, здесь сплю? Тепловых сигналов не обнаружено. Значит, один. Нифига себе, он еще со своим гаджетом может общаться. Опа. Это что такое там, следы? Здесь все заколочено. Так, шкаф. Да ёб твою медь, ты достала уже. Так, здесь нет ручек. Тут у нас что? Пусто. А здесь? А здесь хрен... Блин, вот этот значок, по идее, можно было бы как-то активировать. А как, интересно? Это же штрих-код. И, по идее, он должен как-то у нас... Ни хера не выделяется, ребят. Хотя... Нет, нифига. Так, дайте мне света. Опять шкафы. Ну давай открывай ты, елки-палки, не дергайся. Я все время нажимаю кнопку Е, как во многих играх, а тут F. Ладно, здесь у нас ничего нету. Опа-на. Погнали. Черт подери, что еще? А что еще? У меня аж в горле пересохло. Так, а это что у нас такое, а? Автоматы, да? Пакетники. Бесполезные. Ладно. Мне интересно знать, что это за следы. Куда они идут? Игрушка. Я думал, знаете, сейчас подойдем, и она заиграет, как во многих играх ужасов, там подходишь, она начинает брынчать в ненужный момент.
Тихо, тихо, тихо. Что тут за херня творится? Получив новое сообщение, нажмите, ага, чтобы сразу открыть его. Это твоя вина. Да пошел ты. Моя вина. В чем я виноват? Я вообще не понимаю, я только начал играть. Так, ребята, что здесь у нас? Ну, давай нажмем. О, господи, люди, что происходит? Помогите! Осторожно, нестабильная электросеть здания. Используйте рубильник или предохранители. Провода, наверное, теплые. Я могу их использовать, чтобы найти. Так, тепловизор, ребята, нужен. Однозначно. Где провода? Ага, вот они. Так, идут куда-то. Непонятно, куда идут. Ага, вот они идут от этого выключателя, который у нас сгорел. Ладно, погнали по ним. Так, идут под потолком. Блин, надеюсь, никакая хрень сейчас не выпрыгнет тут. Невзначай, как говорится, а то я тут сразу кирпичи навалю. Потому что сосредоточен на этих гребаных проводах. Так, куда они мне... Что такое было? Что-то где-то шукнуло. Так, тупик. Здорово. И что вы прикажете делать? Где провода-то, елки-палки, а? Вообще куда-то хрен поймешь, забрался, ничего. А, вот, вот, нашел. Так, ну здесь ничего нету. Вообще даже кнопки нету. Ну-ка, дайте-ка подсвечу. А, вот, ребята. Пакетники эти, которые были в тот раз. Значит, что-то надо с ними делать. Что за звуки, а? Что-то я не могу понять. И что надо сделать-то? Ничего ведь не работает. Бред какой-то, а? Ну-ка, дайте-ка тепловизор включу. Ага, что-то подсвечивается, ребят, смотрите. Ну-ка, давай попробуем. Опа-на. Заработало. Далее что у нас? Ну, давайте сюда нажмем. Так, все, понятно. Здесь, видимо, ребята, нужна какая-то определенная последовательность. Только как ее понять? Ну-ка. Заработало. И опять все мимо, блин. Ну ладно, эту мы активировали, а дальше-то что? Два провода идут. Три. Может быть, следующим вот этот должен идти? Давайте попробуем. Так, отлично. Теперь, наверное, здесь включить. Хрен там, блин. У нас здесь, ребята, 4 автомата. 4 же, да. Нужно как-то их последовательно включить. Опять мимо. Не врублюсь немного сейчас я. Раз, два, три, четыре. 4 автомата. Ну-ка, давай с этого начнем. Так, тепловизор. Дальше, я так понимаю, вот этот, наверное, должны врубить мы. Ага, следующий вот этот. Ну-ка. И последний у нас остался, да, ребята? Раз, два, три. Да, он тут крайний. Ну-ка, проверяем.
Любой ваш поступок приводит к последствиям. Это у кого так сердце колотится? Черт подери, а мне не нравится это все. Опа, на игрушка уже, кстати, лежит. Вы видели? Надо сматываться нахрен отсюда, блин. За что именно ты отвечал? Неужели это ты все начал? Неужели это все по твоей вине? Какого хрена тут происходит, ребята, блин? Блять, надо сматываться отсюда. Блять, у меня ж мурашки по коже. Я боюсь, ребят, какой-нибудь подвоха сейчас здесь. This is me. Это я. Что происходит? Hello? Ау! Anyone there? Есть кто? Hey! Эй! Так, это мы, значит, мы Блэк. Это наше фото лежит на столе. Что он там делал? Прокруточка. Так, а здесь еще записка какая-то лежит. На английском языке. Z, текст на экране. Коул Блэк. Вернувшись из армии 7 лет назад, Блэк, похоже, провел несколько лет в алкогольном и иногда даже наркотическом забвении. Деньги он добывал подработками в небольших охранных фирмах, где со временем приобрел особую репутацию. Все знали, что он готов взяться за любую работу, и в конечном итоге он стал наемным убийцем. Со временем Блэк завязал с пьянством и с головой ушел в работу. Его клиенты щедро платят, но Блэку деньги нужны лишь для того, чтобы оценить важность контракта и серьезность намерений клиента. Судя по психиатрическому портрету, Блэк – клубок противоречий. Он испытывает угрызение совести после каждого убийства, но только благодаря убийствам он нашел смысл жизни. Сведений о родственниках и друзьях нету. Здесь что-то не так. Охренеть, я еще наемный убийца. Нормально. Ну давай еще глянем разок на себя. Можно же прокрутить? Да. Понятно. Что я тут делал, а? Ну действительно, что я тут делал? Ладно, ребят, нам надо отсюда выбираться. У нас все-таки встреча в пункте Б. Дерьмо собачье, что такое? Мистер Блэк, прошу прощения за театральщину. Это часть курса лечения. Лечение будет гораздо лучше, если вы будете просто дышать. Что за хрень, ребята? Вот так, хорошо. Что за параша? Нормуль. Просто великолепно. У меня сейчас больше вопросов, чем ответов. Так, точка сохранения. Блять, опять мы где-то очнулись, непонятно где. Где? Какого хрена? Эй! Вот так, мистер Блэк, расслабьтесь, дышите. Вы снова с нами. Возможно, легкая дезориентация. Что? Кто вы такой? Что за хрень у меня на голове? Эй! Тише, мистер Блэк. Это все, о чем я вас прошу. Ваше замешательство – побочный эффект лечения. Это неприятно, но я уверяю, вы в надежных руках. Если это вам поможет, зовите меня Ред. Вы накачали меня газом. Я что-то перед этим увидел, другое место. Поэтому вы и здесь, мистер Блэк. Но сейчас не время задавать вопросы. Да пошел ты, не время задавать вопросы. А что мне, по-вашему, делать тогда? Ё-моё, а? Тихо, тихо, тихо. Не буяньте, блин. О, ствол, ребята. Не понял. А у меня что, до этого? Постойте, пистолет? Мой пистолет? Считайте это защитой, мистер Блэк. Знаком доверия. Как я могу доверять вам? Как я могу доверять вам, если вы меня оглушили и нацепили мне на голову эту хрень? Я поясню. Ваша память пострадала при взрыве. Вы сами пришли к нам, чтобы узнать ответы на два вопроса.
Что вы там делали и кто эта девушка? Я знаю, что я там делал. Спасал девушку. Это уже прогресс. Пожалуйста, продолжайте. Что продолжать? Алло? Действительно, Блэк, я тоже не понимаю, о чем тут вообще идет речь. Это что за херня? Что это... Что за фигня тут лежит на столе, а? Где я вообще, черт побери, нахожусь, а? Опа-на. Так, а тут у нас что? Непонятно мне пока. Клиника Лидхерст. Ага, это какой-то пациент здесь у нас, ребята, лежит. Пациент страдает тревожным неврозом и, возможно, депрессивным расстройством. Проявляет внешнее спокойствие, когда все решения за него принимают другие, и сильно возбуждается, когда принятие решения возлагает на него. Послушный и малоподвижный по характеру пациент быстро возбуждается и идет на конфликт, если оставить его одного на продолжительное время. Сведения о заболевании. Пациента доставили в клинику, когда он начал кричать и плакать в местном супермаркете. В полицейском отчете указано, что пациент шептал: «Они уже здесь, и они знают, что я натворил. О боже, жальтесь надо мной». После предварительного осмотра пациент был принят на лечение. Короче, да, понятно здесь все. Это что у нас тут за хмыри? Сильное депрессивное расстройство. Да. А этот что из себя представляет? Маниакально-депрессивный психоз. Какие-то шизанутики здесь, по-моему, ребята, находятся. Ты думаешь, что раскусил меня? Ну-ну, обожди, я подползу к тебе сзади, а потом ты... Кто это такой-то вообще, а? Какие-то все психи. Ну-ка. Да вроде нормальный человек. Ну, я имею в виду в плане того, что не робот какой-нибудь. Так, телевизор тут включен, нахрен. Эй, эй, друг, я здесь. Ты выбрался. Как ты это сделал? Не бросай меня здесь. Опа. Держись. Что здесь происходит? Где мы вообще? Умоляю, помоги мне. Вон тот выключатель, отпирай дверь. Ты должен мне помочь. Блин, какого хрена, а? Вот этот, что ли, не могу понять. Ну, давай попробуем. Не то. Вот оно, ребята. Давайте сделаем. И? Ага, вот так. Спасибо. Ты об этом не пожалеешь. Не пожалеешь ни капли. Помните, что любой ваш поступок приводит к последствиям. Я надеюсь, я действительно не пожалею о том, что я сделал. Хотя почему-то мне кажется, что очень даже сильно пожалею. Так, что тут у нас? Газетеночка какая-то лежит. Сердце тьмы. Ужасы страшной клиники. Ричард Бахман и Брайан Ивенсон. Психиатрическая лечебница Лидхерст была построена в 1962 году и изначально была рассчитана на 500 человек, однако в середине 80-х в клинике единовременно проживало более 2000 пациентов. Через 15 лет лечебницу закрыли после многочисленных жалоб бывших пациентов и серии газетных публикаций о шокирующих методах нетрадиционной терапии, которые применял директор клиники доктор Уильям Бенвей. Бенвей был сторонником радикальной теории, согласно которой все психиатрические расстройства вызваны инфекциями, и что лучший способ лечить пациента – устранить источник заражения. Свидетель утверждает, что он удалял пациентам зубы и, если считал лечение неэффективным, регулярно ампутировал некоторые органы, в том числе яички, матку, яичник и желудки. Он заявлял, что эффективность его метода 90%. На самом деле, многие из его пациентов скончались, что Бенвей подавал как самое... эффективное лечение. Короче, понятно, ребята, имеем дело здесь с каким-то психом. По-другому мне не назвать. Нифига, он вырывал зубы, калечил людей и считал.
Мистер Блэк, я же просил вас не обращать на них внимания. Без вашей помощи я не смогу вас вылечить. Угу, конечно. Так, а тут-то что опять, а? Ребят, столько писанины. Я даже не знаю. Вот так я сделаю. Если кому-то интересно, пускай нажмет на паузу и почитает. Если честно говоря, я уже припарился это читать. Последний сеанс. Здесь даже еще видеосъемки делали в этой лечебнице, ребята. В 2003 году. Ну, здорово. Тупик. Так, здесь тоже тупик, по ходу дела. Так, погодите, что-то тут. О, ё-моё, блин, ты! Какого хера? Дерьмо, бля. Ребят, это, по-моему, тот чепушило, которого я освободил. Скорее всего, палка не берется. Вроде дохлый. Так, он где-то отсюда выбежал, да? Так, давайте сюда рванем. Тихо, 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 не буянь. Не шуткуй. Ваша память пострадала, но реакция осталась прежней. Это чисто мышечная память. Потрясающе. Что за хрень это творится? Тут полно беглецов, преступников, бывших военных. Кто я, ваша мать? И какого хрена у меня оружие? Я понимаю ваше любопытство, мистер Блэк, но вы сможете задать вопросы чуть позже. Пожалуйста, продолжайте. Да они издеваются надо мной, какой-то эксперимент тут гады проводят. Стопудово, блин, я подопытный. Другого варианта нету. Опять писанина какая-то, да? Так, ага, про пациента какого-то, ребята, здесь описано. И везде... Первый день рождения, второй день рождения, четвертый день рождения. Нет, нет, только не третий. Ни за что. Тут кто-то есть? Да, кто-то есть. Кто-то настоящий. Включи-ка свет, дай-ка я погляжу. Что это за херня, а? Что там за херня? Это что такое? Блин, ну... Судя по тому, что здесь всякие психи бегают, я не знаю, ребята, стоит ли вообще убирать ствол. Не спешите, мистер Блэк, мы с вами никуда не торопимся. Я еще не совсем готов к нашему первому путешествию. Пандора не может так быстро синхронизироваться с вашей памятью, так что не спешите, наслаждайтесь отдыхом. Мы хотим, чтобы вы расслабились. Ты издеваешься надо мной, что ли, а? Бля, неужели этот доктор, который тут лечил всех, а? Псих-то этот. Тихонько, блин. Кто там еще бегает, блин? Так, опять какие-то фоточки, ребята. Ну и что это? Мне ровным счетом ни о чем не говорит. Ага, вот это вот, по-моему, та девушка, ребята, которая была заминирована. Дальше что здесь? Слушайте, а вот этого чувачка, по-моему, бизнесмен Роджер Горд и оружие будущего. Карточки какие-то. Визитки его, что ли? Да, номер телефона тут дан. Слушайте, надеюсь, здесь не нужно запоминать этот номер. Как опять в очередных играх, чтобы потом позвонить. Так, а это у нас карты, да, какие-то? Да, тут нехилый такой особнячок, блин, замучишься тут по нему бегать. Еще фотки. Пандора реагирует. Смотрите перед собой и не отводите взгляд. Дышите медленно и ровно. Терпение, мистер Блэк. Успокойтесь, сосредоточьтесь. Блоку памяти нужно немного времени для калибровки. Опа-на, это что такое? Оу! Куда-то меня затянуло, или воспоминания опять какие-то. Хорошо, расслабьтесь. Пусть фотография перенесет вас туда. Вы ощутите легкую дезориентацию, но вам ничего не угрожает.
На фотографии головной офис Advan Defence Strategy, или ADS. Они являются, вернее, были ведущим производителем оружия в Великобритании. Они разрабатывали оружие под названием Corn Gun, которое вы, судя по всему, помните. Ну что же, ребята, наверное, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся в следующих сериях. Если вам понравилось, комментируйте, ставьте лайки. А на этом все, всем пока и до новых видосиков, ребята.